Ну вот, собственно говоря, дали мы кругаля, прошли всю цитадель императора напрямую. И с другой стороны просто-напросто выход, да. Вот тут на мотоциклах даже запускают оленей. Так что по внутреннему дворику вернемся обратно. Гидранты, смотрите, какие. Опа! Чуваки на УАЗике. Что-то спиздили. Ау. Как красиво. Высадили поди на продажу. Вон там рыбачат какие-то дядьки. Ну что ж, куда все, туда и я. По мостику можно пройти на другую сторону. Да, вот. Да, искать императорское золото. Ну а ты что хотел? Это ж пруд. А где здесь пруд? Где поймают? О, тут что? Есть что? Тут вроде бы. Запахло чем-то интересным, но, ага, комодик, вазы ночные и не очень, дворик внутренний, да, стулья, столы, вон там фотографии членов семьи, это спальня. Sleep on the table. Где-то здесь он спал. Император, в смысле. Во, снова прохладительные напиточки. Сувенирная лавка. Да-да. Не без нее. Как же без нее? Без нее никуда. Давайте посмотрим, что за сувениры здесь есть. Всякие разные поделки из камня. Ага. Слоники, лошадки, ну типа старые самые кинжалы, наконечники, все
все продается. Вот всякие эти самые когти. Когти, зубы. Да не когти. Большей части. Вот, раньше в таких вот слитках. Муа-муа-муа. А, это раньше были деньги. Чинис мани, да? Что это? Вьетнам ту. Вьетнамские, китайские деньги были раньше. Ну вот, куча часов антикварных, типа Омега, везде. Как Омегу-то они любят. Вот. Все это можно купить, приобрести. Всякие вот такие вот штучки, дрючки, веселючки. Жемчуг. Типа. На самом деле не жемчуг. Вот. Изделия из дерева, из бронзы, 550 дракончик, и голова 850, жаба денежная, шахматы, валяма 200, вот, все в таком духе, много музыки, диски различные, кофейные, чайные, принадлежности всяких разных, курительные трубки для курения опиума, не гашиша, заколочки всякие и браслеты. Вот так вот. Даже гольфиста статуэтка. Не знаю, как он уж сюда затесался. Ну да ладно. Если они продают, значит им видней. Да. Вот разные шкатулки с инкрустацией, как это, перламутра. Перламутра, ну что есть, из раковин устриц. Устриц или моллюсков. Неважно. Пойдем дальше. Внутренние дворики. Опа. Ремонт, реконструкция. Здесь новодел беседки, типа из красного дерева. Понятно. Ну, и отовсюду развивается красное знамя, чтобы все знали, где выход. Отлично. Ну, в общем, такой вот не очень интересный, скажем так, не очень впечатляющим получилась прогулка по резиденции последнего императора Вьетнама. Ну, дело ваше, посещать не посещать. Сейчас поедем, посмотрим гробницы, поищем развалины, храмы, пагоды. Оставайтесь с нами, будет посмотреть что. Пока.